Начнем с происшествий. Минувшим вечером в ДТП пострадали две несовершеннолетние девочки. Они были пассажирками в машине, которая попала в аварию на виадуке в районе Майска. По предварительной информации, правила нарушил водитель «Пежо» и допустил столкновение с «Хондой», где ехали дети. Пострадавших госпитализировали. А вот велосипедисту, которого сбили на трассе «Сибирь» в районе спуска с Еловой горы, врачи помочь не смогли. Около половины 12 ночи на автодороге Р-255 «Сибирь» в районе 1855 километра водитель автомашины «Рено», двигаясь со стороны города Иркутска, допустил наезд на велосипедиста, двигавшегося во встречном направлении по крайней левой полосе. Еще одно ДТП произошло в нескольких километрах. На 15-летнего велогонщика в Стеклянке наехала автоледи за рулем Toyota Raktis. Подросток ехал посередине проезжей части во встречном направлении. Юноша получил травмы различной степени тяжести. В обоих случаях ГИБДД усматривает вину водителей двухколесного транспорта.